Как, конечно, был такой немножко рискованный сзади. 20 минут еще. Повтор нам покажет. Бонавентура. Бака! Забил Милан. Все-таки Карлос Бака это сделал. Но, честно говоря, во втором тайме они, пожалуй, наиграли. Давайте мы еще раз посмотрим. Ну, здесь, конечно, Бонавентура. Бака молодец. Удар хороший, поставленный. Видимо, Вивиана не видел момента удара. Есть такое подозрение. Потому что мяч под ним прошел.